Я вас всех приветствую, кто сейчас находится со мной на моем канале. Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои подписчики, и старенькие, и новенькие, кто подписался. Всем здравствуйте, я очень рада с вами опять встретиться. Я сегодня буду готовить голубцы, я вам покажу, что входит в состав этих голубцов. Пища настолько проста, практически такая крестьянско-колхозная. Что мне, для меня это удобно. Я люблю такую пищу и не люблю особо заморачиваться. Вот, и пока мы с вами будем готовить, я немножечко с вами поговорю на очень тоже интересную темку. Она, думаю, многих касалась, многие об этом знают. И, думаю, будет вам интересно. Вот. А сейчас я вам покажу, какая у нас сейчас погода на улице. Время у нас без 27 вечера. Сейчас я вам покажу. Ну вот смотрите, время уже вечер, уже темнеет. И у нас сегодня выпал снежок. Сейчас вот из окна вам прям показываю. Посмотрите, все, снег. Везде снег. Белый. На машинах тоже снег. Дети бегают, у нас школа, лицей. Две смены, сейчас вечером школьники тоже идут со школы. Вон там у нас мигает кулинария, там небольшой ресторанчик, кафе, куда люди приходят в любое время суток. Кафе круглосуточное, кулинария круглосуточная. Покушать можно шашлычков, вам всегда приготовят свежих. Вот. Летом всегда там играет музыка. Ну, в общем, как-то пользуются спросом, я хочу сказать. Вот. Но я не ходила, не ела эти шашлыки. Мы как-то сами готовим, например. Наша детская площадка опустевшая, никого нету. Ну, вот так вот. В домах зажигаются огни. Люди отработали. Впереди два выходных. Вот. Ну, вот я вам показываю, что зимушка-зима наступает. Все-таки пришел покров настоящий. И вот, пожалуйста. Солить капусту, как раньше делали в старину. А сейчас покажу вам маленькие такие хозяйственные хитрости, подсказка. Многие не знают, я уверена, многие не знают. В том числе я тоже раньше мучилась. Вот представьте, допустим, вы чистите, вам надо чистить много овощей, там картошку, морковку, там что-то готовите овощное, там капусту, все. Мы всегда чистим в раковине. Начистим эти овощи, лук там, накрошим это все, капустные листья, все. После чего мы начинаем это все из раковины медленно убирать, вытаскивать, там, перекладывать опять в мусорные пакеты, там, чтобы все было раковина чисто. То есть занимает опять какой-то делать труд. Если вот сейчас предлагаю вам, что можно сейчас лучше сделать, как бы обыграть эту ситуацию. Если вам надо что-то почистить, приготовить там овощи, там какое-то количество овощей, там вы берете что? Я вот беру, например, вот эти, и я сразу в раковину вот сюда вот кладу газету. Все, у меня газетка здесь постелена, раковина, соответственно, у меня чистая. Я перед тем, как заняться овощами, я газетку, все. Я чищу вот капусту, морковка здесь у меня, там лук, ну, все, что нужно вот для приготовления пищи. Когда вы все это почистили, вы поработали, вам уже больше не нужны вот эти вот действия с нарезкой и чисткой овощей. Вы просто берете, очень просто, берете вот так вот. Вот так вот. Я одной рукой показываю, чтобы ну, как-то вам было это. Вот такой вариант. Все. Посмотрите, вы скрутили, и вы за один раз убрали сразу полностью все, что в раковине было, в газетке, вы все убрали. Вы взяли, свернули и убрали. У вас в итоге осталась чистая раковина. Представляете, как это работает, как это легко. То есть не надо развозить по всей раковине, вот это с водой связано, с очистками, с кожурой, там, с всякими шелухой. У вас все в газете, вы свернули. И все, и дальше продолжайте работать. Упрощает, убыстряет и облегчает труд на кухне. Это я вам говорю, хозяйки, на заметку. Все, девчонки, пользуйтесь, это очень удобно, поверьте мне.
Хочу сегодня приготовить ленивые голубцы на ужин. Очень такие быстрые, без всяких там заморочек. Они и называются ленивые голубцы. Значит, приготовила, вот заготовила уже капусту, нашинковала. Фарш у меня уже готов. Здесь все специи, фарш, сам яйцо, вот, чеснок. Ну, в общем, фарш готов уже для голубцов. И еще припустила чуть-чуть, отварила рис. Тоже все перемешала. Вот такой вот у меня получился фарш. Ну, соответственно, вот у меня морковка, лук. Шаш, будут. Шаш, да. Ну, иди, Степ, здоровайся, раз пришел. Степ. Привет. Скажи привет всем. Привет всем. Я Степа. Я Степа. Хорошо, Степ, сейчас договорю. Вот, лук, морковка у меня. Лук, масло. И вот обратите внимание вот на эту соль. Я вам сейчас покажу ее. Соль? Девчонки, да, вот эта вот соль, она без ешек. Без ешек, то есть это чистая соль, никаких не добавлено консервантов. Вот это вот соль, вот обратите внимание, когда будете покупать, вот здесь вот есть ешки. Вот в этой соли, так, вот в этой соли, да, Сетра, компания, по-моему, Сетра, да, вот этой. Вот это соль без ешек, вот. Сейчас в соль стали добавлять ешки. Да, ступай. Ты забыла это. Это капуста, да. Ну вот, вот такой вот у меня сегодня будет приготовлен ужин. И вот такие вот у меня компоненты. А вот здесь вот Степа варила кашу, просил кашу пшенную. Вот осталась каша, немножко поел, каша осталась. Ну вот, вот такой вот. Итак, начнем готовить. Готовить? Да. Вот сейчас я... Перед тем, как уже заняться основательно голубцами, я сейчас пережарю лук с морковкой. Я это всегда делаю отдельно, не вместе с капустой, со всеми голубцами. Это вот, как сказать, вот эти два товарища, лук с морковкой, они у них отдельное для них приготовление идет. Минут, наверное, 7-8 мы будем сейчас обжаривать на медленном огне, чтобы они хорошенечко обжарились и приобрели такой приятный, красивый золотистый цвет. Будем сейчас ждать. Так, вот я потушила морковку с луком. Морковку делаю немного. У меня зять, он как бы не очень любит морковку. Ему вообще не нравится. Он всегда, я стараюсь делать поменьше, потому что он все время, когда кушает, он как бы ее вылавливает с любых блюд. Не очень любит морковку, так что я делаю не так много. Вот у меня получилось таких вот два тазика. Здесь у меня нашинкованная капуста, я ее уже перемешала уже с готовым фаршем для голубцов. Сейчас мне только останется это все пережарить и потом соединить все с морковкой, с луком, и у меня голубцы будут готовы. Вот. Сейчас все это я буду перекладывать уже в сковородке, уже у меня масло раскалилось. В эту же сковородку, где я обжаривала лук и морковку, сейчас я буду перекладывать уже основной, как сказать, ингредиент, это капуста с фаршем. Ну вот, мои хорошие, сейчас я вот эту вот капусточку буду уже опускать в раскаленную сковородку. Все так поэтапно будем делать, порционно, по мере добавления капусты, утушивания будем все это размешивать и тушить. Вот. О чем я хотела поговорить. Я вам сейчас расскажу, как я спала прошлую ночь. Вы не поверите. Обычно я сажусь, как сказать, посмотреть социальные сети все. Ну, в частности, наш любимый YouTube, скажем, да? Посмотреть своих любимых подписчиков. Надюша, смотрю тебя. Смотрю твои все блюда. Сразу хочу сказать спасибо тебе большое, огромное. Завтра захочу сделать борщ с пампушками. Так что завтра я буду тоже готовить. И очень мне понравились пампушки. Прямо, я думаю, что просто их сделать и с чаем, со сладким, скажем, да, именно вот эти пампушки вот в этом вот соусе, их можно с удовольствием поесть. Завтра буду делать. Если получится, я сниму видео, покажу. Вот. Но это
от Надюшки респект. Вот. Так вот, я вам сейчас расскажу прошлую ночь. Ну, назовем тематику разговора «Бессонница». Думаю, что многие с ней сталкивались. Сейчас огонечек сделаю побольше. Многие с ней сталкивались, знают, что это такое. Вот. Но быстренько, чтобы вам, как бы, знаете, вас не затягивать с вами так надолго, не отвлекать вас. Я, наверное, часов, наверное, в 10:30, когда я уже сделала свои дела, села поудобнее, нашла себе позу, скажем, да, взяла ноутбук и стала просматривать почту, там, YouTube, любимых блогеров, вот. Вот так посмотрела видео, почитала комментарии, там у себя, на своем там блоге, там тоже проверила кое-что. Как-то все было нормально. И время где-то было, я думаю, наверное, около часа. Я всегда в это время ложусь, может, чуть позже. Ну, думаю, надо уже спать ложиться. И я все отключила, компьютер отключила. Благополучно я пошла на почивальню спать. Ничего не предвещала. Так, мне нужно полотенце, секунду. Воля. Да, Воля. Розовенькое полотенце. Ну, что вы думаете? Я легла спать. Ну, как обычно, вот захотелось мне спать, уже смотрю, час ночи, уже пора. Я когда легла, уже все, вот приготовилась как бы засыпать, и вроде бы уже стала засыпать. Уже чувствую, что я все, улетаю. Какой-то миг, и у меня проходит сон, у меня вообще никакого, даже вот намека нет, чтобы я уснула. Вообще никакого намека нет. Боже мой! Я лежу, я ворочаюсь, и я уже чувствую, что к чему это идет. Я уже чувствую, что время уже, наверное, 2:30. У меня не в одном глазу. Я встала. Смотрю, время уже 4:00. Ходила, попила водички, опять легла. Пытаюсь уснуть. Вроде того, что считать барашек, овечек и все прочее. Вообще ничего не берет. Вообще ничего. Трезвое, как стекло. Прямо ум такой трезвый. Но одновременно в голову всякая лезет ахинея. Какие-то такие мысли, кстати, вообще бредовые. Какие-то дурацкие воспоминания каких-то там далеких-далеких друзей по молодости. Вот просто раз он у меня в память расплывает, там человек там это, да. Ой, когда-то мы там... В детстве, даже там, в школе, там, или чуть ли не в садике. Ну, короче, такая пошла мешанина, такой пошел у меня винегрет. Я вообще не представляю. Я уже понимаю, что я вообще не уснула. Я уж ворочалась. Настолько у меня бодрствование произошло. Я думаю, что происходит? Вообще ничего не могу понять. У меня муж встает рано, 5:00. Время смотрю уже, 5:00. Я не в одном глазу. Я даже не сомкнула глаза на полчаса. Ну, себя мучить уже, как бы это. Я, конечно, поднялась, взяла iPad. Уже не стала трогать свой ноутбук, взяла iPad. И тут же сижу на кровати, в уголочке там села. И сижу, копаюсь, просматриваю. Вот в 5:00 он просыпается. Смотрю, будильник зазвонил, он просыпается. И он на меня смотрит и говорит: «Это ты чё?» Я говорю: «Я не спала, я уснуть не могу».